Добрый день, дорогие друзья, добрый день. С вами снова выпуск «Живого слова». Сейчас я нахожусь на Бруклинском мосту. Это мост, который соединяет две части – Бруклин и Манхэттен. Сзади видите вот известный Манхэттен. Всем, почему решил записать видео? Знаете, Библия говорит нам очень четко и понятно, что человеку предстоит вначале жить, а потом однажды предстоит смерть. Точно так же, вот как этот мост соединяет две части города, огромного города, где живут больше 20 миллионов человек, он соединяет, и люди переходят в течение, скорость перехода или время перехода 29 минут. 29 минут, но ведь на самом деле, если взять и провести параллель нашей жизни, то точно так же, как 29 минут, это ничто, это очень мало по сравнению с темпом или по сравнению с длительностью жизни. Точно так же и вся наша жизнь, ведь это всего лишь переход через такой же мост из того, что нас не было, в то, где мы будем находиться в вечности. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно понимали, правильно относились и правильно видели эту вечность, этот переход. Поэтому хочу вам сказать, друзья, мы все находимся вот сегодня на таком мосту, где бы вы ни были в жизни. Может быть, сегодня в вашей жизни сложные обстоятельства, и вообще тяжело проходить их. Я вам хочу сказать, идите по этому мосту, проходите и дойдите до конца. И этот мост единственный, который соединяет нас, это Иисус. Библия говорит, Он сказал сам о себе, есть путь, истина и жизнь. И вот этот мост – это есть правильный путь с одного берега этого города большого на другой берег. Поэтому очень важно, чтобы мы добрались правильно, чтобы мы дошли, и очень важно не сойти с этого моста, не остановиться на нем, не спрыгнуть никуда и не вернуться назад, потому что есть только один путь, и этот путь есть действительно Иисус. Поэтому будьте с нами, пусть Бог благословляет вас, дорогие. Пока!